Так, друзья, сегодня еще заседание ЕЦБ состоится. Ну, есть информация, что якобы консенсус имеет место быть, что ставку ЕЦБ оставит неизменной. Однако, с учетом того, что идет такой мощный рост евро к доллару США, это ослабляет конкурентные позиции Европы. И я вполне допускаю, что все-таки будет принято решение о том, чтобы ключевую ставку порезать до нуля. Вот. Ну, вроде как консенсус профессионалов говорит о том, что ставку они оставят неизменной. Ну, посмотрим, кто больше прав и в чьей логике больше здравого смысла. Я думаю, что высока вероятность того, что такое решение будет принято, ставку порежут. И это, по крайней мере, на какое-то время окажет на курс евро-доллар негативное воздействие. То есть евро просядет по отношению к доллару. Но я думаю, что вероятность такого процесса очень высока. Так, ну вот S&P, фьючерс на S&P. Здесь, как видите, идет движение вниз. Это движение вниз, оно по сути своей не останавливается. Короткие отскоки возникают. Ну вот уже можно сказать, отработали одну из локальных целей 2700. Там даже он чуть ниже заходил. Но здесь как бы очевидно, что идет движение вниз, которое раскручивается с периодическими отскоками. Отскоки связаны с тем, что предпринимаются монетарные стимулы, заливается деньгами, экономика, фондовый рынок. Но и первая ключевая цель движения, которая будет, я думаю, скоро уже достигнута, она в диапазоне 2050-2150. Вот сюда вот, скорее всего, он должен прийти. Ну, на текущий момент времени, видите, пробили 2800 и уже фактически идет закрепление под этим сильным уровнем. Это говорит о том, что открывается возможность для движения в направлении 2080-2150. То есть идет на фоне того, что вводится чрезвычайная ситуация в связи с китайской проблемой, на фоне ряда других моментов, вполне как бы может быть дальнейшее нисходящее движение, ну фактически уже кризисное явление, которое за счет того, что происходит заливание денег, будет приводить к краткосрочным отскокам наверх. Но тренд вниз. Так, но китайский индекс торгуется в минусе, пока не очень сильным, там Япония вообще посыпалась. Вот, но тем не менее, то есть это негативный знак, что Китай проседает, но пока, видите, это идет в рамках проторговки. То есть по Китаю пока вроде как совсем ужас нету, в отличие от Америки и Японии, где просто шквально идет снижение. Так, но индекс доллара начал отскакивать, пока он снижается. Ну, это в ожидании заседания ЕЦБ. Соответственно, здесь может наступить переломный момент. Вот эта вот свеча, она может назад в зеленую откатиться, в том случае, если ЕЦБ все-таки обнулит ключевую ставку. И в этой ситуации мы увидим стремительное движение индекса доллара вот сюда вот. Потому что это приведет к ослаблению евро против доллара. Вот. Ну, конечно, есть вероятность того, что ЕЦБ ставку оставит неизменной, как большинство экспертов дают консенсус. Вот такая вероятность есть, но я думаю, с учетом всех текущих событий и того, что Дональд Трамп принял решение о том, что чрезвычайная ситуация вводится в США в связи с пандемией, то вполне как бы возможно действие адекватное по обнулению ставки. И, соответственно, это приведет к тому, что евро ослабится. Ну и сразу будет движение индекса куда-то вот сюда вот. Так, но нефть, она идет вниз, тонет и булькает. Я думаю, что вполне вероятно, что сегодня или завтра будет тестирование 31. Судя по тому, какой идет новостной фон и как все это развивается, 31 вполне вероятно будет пробито. И дальше будет тестирование диапазона 31-27. То есть опять же вот оперирую тем, как развиваются события в мире и какие принимаются решения. Там решение признать пандемию, введение отдельными странами чрезвычайных ситуаций. То есть чрезвычайная ситуация, она дает без особых объяснений причин. Во-первых, перекрыть пассажиропоток, во-вторых, товаропоток. То есть, ну, как мы видим,
ситуация и так критическая, если еще и начнут перекрывать, доперекрывать, это вообще к коллапсу приведет. Соответственно, возникновение коллапса – это снижение потребления нефти. И цены на нефть в результате всех этих действий, они могут просто рухнуть. И первая цель движения будет 27, и потом там маячок 18,5-20 диапазон. Но тенденция на снижение, она вот пошла фактически уже с начала 2020 года. Но все-таки я думал, была достаточно высокая вероятность того, что на 45, на 47, на 45 нефть удержит. Но все-таки здравый смысл не преобладал, к сожалению, величайшему. И поэтому мы получили такую вот мощную ситуацию, которая быстро развивается. Если вот месячный график рассматривать, то у нас после пробития 31, возможно, задержка на 27, ну или колебания в этом диапазоне. Но опять же, если принимать во внимание, как сейчас осуществляются действия на те события, которые происходят, я вполне допускаю, что 27 здесь не будет камнем преткновения, будет быстро пробито. И фактически, с учетом того, что мы получили ситуацию образца ноябрь 2014 года и в довесок фактор значительного снижения потребления, то тут как бы мы можем переплюнуть 27 и вполне как бы сходить на 18,5-20. То есть вот ситуация такая, она уже вот-вот где-то рядом замаячила на фоне тех новостей, которые происходят последний день-два. Но если рассматривать техническую картину по нефти, то что мы здесь видим? Ну вот здесь у нас возникла проторговка. Эта проторговка идет в диапазоне 33,5-38,5. Сегодня, получается, с утра мы здесь увидели попытку разворота от нижней границы консолидации. Цель движения ближайшая 36. В случае удержания будет движение на 37,8. Здесь тоже есть определенная цель. Но с учетом новостного потока вполне может получиться так, что в любой момент будет пробой сначала вот этого локального уровня, который 33,5, и потом пробой 31. То есть здесь вот даже если мы посмотрим динамику, как осуществляется изменение объема в зависимости от цены, то мы увидим, что если вот здесь, допустим, был сильный отскок от 31, то есть здесь наблюдался рост объемов при росте, в дальнейшем как бы ситуация изменилась. То есть когда происходит отскок от верхней границы этой проторговки, то здесь мы наблюдаем при снижении роста объемов, при росте цены роста объемов такого нет. То есть здесь указывает на то, что медвежий рынок. И вот эта последняя реакция, отбой, какая здесь возникла, то есть было снижение и разворотная формация. Как мы с вами видим, здесь опять же был выход объема. Но здесь, понимаете, в чем проблема? Одно дело, когда идет выход объема и разворотная формация в рамках какого-то тренда, это одно дело. Здесь идет проторговка консолидации, здесь выход объема и разворотная формация, она является указанием вероятным на то, что вот эта нижняя граница, она в ближайшее время будет пробита и разовьется движение вниз. Но здесь на самом деле в рамках вот этой формации движение вниз это 31, но исходя из того, какой новостной фон и какая динамика развития событий, я вполне допускаю, что 31 будет просто прошито и следующий тест будет 27,1. То есть это предыдущий минимум, который был в январе 2016 года. Вот. Ну и на фоне фундаментальных причин снижения потребления и обрушения окончательно логистических цепочек, цена может не удержаться и здесь, и она посыпется и ниже. Здесь, скажем так, что может это остановить? Внеочередной созыв ОПЕК плюс и принятие хотя бы декларативных для вида решений о том, что будут ну, вот эти все действия остановлены. И, ну, во всяком случае, пообещает то, что будет сокращена добыча и так далее и тому подобное. Никто не обязывает это исполнять, но с учетом текущей ситуации общество надо успокоить. Так, ну вот график ММВБ недельный.
По месячному графику мы не допадали. Вот здесь по месячному графику нужно все-таки движение в этот диапазон 2400-2300, вот сюда вот. Здесь уже либо отбой, либо пробитие и дальнейшее движение. И уже это движение будет происходить к 1700-1650, вот сюда вот. Вот, ну, соответственно, то есть движение по нефти 27 и ниже, оно с высокой степенью вероятности вызовет пробитие вот этого диапазона и движение цены в район 1700. 1650-1700, вот сюда вот. Вот. Если нефть уходит на 18,5-20, то, соответственно, идет обвал вот сюда вот в этот диапазон. Но дневной график достаточно оптимистичен, он указывает на то, что вот здесь разворотная формация и пошло все это вверх. Но опять же, это было вчера, до вечерней сессии, до там определенных заявлений американских государственных чиновников высших. Вот. И с учетом текущей ситуации вполне можем увидеть, что сегодня мы уйдем на 2380 и 2300, вот сюда вот в этот диапазон, на фоне того, что сыпется S&P и падает нефть. Вот. И здесь, конечно, прогноз скорее негативный. То есть, ну, если только вот удержание в этом диапазоне какое-то время возможно, ну или вот в этом диапазоне, на фоне того, что ЦБ будет выкупать акции, я думаю, это сильно не удержит, потому что сейчас идет тренд на обвал. И, соответственно, мы можем увидеть высокую турбулентность и движение вниз. Но часовой график указывает на то, что здесь вот отбой от уровня 2460, 2450. Но смотрите, то есть Америка падает после этого, нефть падает. То есть здесь, с одной стороны, ЦБ выкупает и напрашивается дорисование вот этой самой такой округлой формации. Но я думаю, что фундаментальные факторы могут оказаться сильнее, то, что идет падение рынков и нефти, и мы его прошьем, вот эти 2450, и полетим, ну, как минимум, вот сюда, вот в этот диапазон, 2300-2385. Так, далее склеенный фьючерс на индекс РТС. Обращаю внимание, от РИХ, то есть от мартовского фьючерса РТС, немножко отличается, поскольку он там средневзвешенную какую-то рассчитывает. Вот, но тем не менее ход и движение остается такой, как он и есть. Так, ну что мы видим? По месячному графику идет снижение. Сейчас вот ударились в нижнюю вот эту границу. Так, как эту котировку открыть? Давайте я сейчас покажу. Вот так называется эта строка. Profile Мосбиржа фьючерсы RTS / теханализ Leaf New Market 14. Но здесь у нас вырисовывается ближайшая цель движения, это 92 тысячи. Ну, сначала сотка, разумеется, потом как бы 92 тысячи. Вот. И вполне как бы вероятно, что и 92 тысячи здесь какое-то время проторгуется. Если нефть на 18,5 пойдет, то следующая цель движения будет вот этот лой. Ну, как минимум первый, вот это вот 66500. Вот. Или, соответственно, задерг вплоть до вот этого самого 2014 года. Здесь у нас 55800. То есть здесь движение вниз, ближайшая точка остановки, я думаю, будет ну, 100 тысяч, либо 92 тысячи. По мартовскому фьючерсу РТС это, по-моему, 93 тысячам соответствует. Дневной график указывает на то, что обвал. Часовой график, видите, вот уперлись в локальный сильный уровень 103 400. Но поскольку нефть валится, S&P валится, я думаю, это дном здесь не послужит. То есть мы увидим, скорее всего, открытие и дальнейшее движение вниз. Но здесь вот ключевой уровень, это где-то 100 тысяч. Вот 100 тысяч может он какое-то время поддержать ситуацию, но при движении нефти в районе 20-18,5, этот уровень будет быстро пробит и, соответственно, пойдет движение на 92 или по мартовскому фьючу, по-моему, 93,5 это будет тысяч. Так, ну рубль-доллар. На повестке дня взятие 79 тысяч, 79 рублей,
79 это по фьючерсу. 79 рублей за доллар. Ну, судя по тому, как происходит этот процесс, возможно, даже на какое-то время ЦБ от этой ситуации абстрагирует, чтобы не палить резервы. Вот. Тем более, наверное, вопрос 22 апреля он не будет стоять, поскольку схема, которая там прорисовывалась, я так понимаю, она будет ну, либо изменена, либо как-то кардинально мутирует. И поэтому, возможно, меньше ресурсов будет потрачено на поддержание курса рубля. Так, ну день у нас завершился ростом. С утра, конечно, может быть какой-то короткий отскок вниз и подключение Центробанка в плане продажи долларов. Но с учетом того, какая цена на нефть, если она не начнет отскакивать и расти, а судя по графику мы с вами видели, что такое, ну, вероятность есть, но она не очень большая. И помимо этого, фундаментальные причины, которые толкают все вниз. Вот, и сегодня вполне как бы вероятно мы увидим движение на 75 и выше по паре рубль-доллар. Евро-рубль. Ну, здесь тоже, как и по доллару, пошел рост. Здесь вот есть ограничения ближайшие 85 тысяч, которые были достигнуты до этого днем ранее. Но здесь какой момент? Вот заседание ЕЦБ, если все-таки они ставку решат резануть, то евро к рублю будет двигаться менее энергично, нежели доллар к рублю. Вот. Сейчас ключевой момент это заседание ЕЦБ. Если ЕЦБ принимает решение порезать ставку, я думаю, это может возобновить движение евро-доллара на 1.11 и возможно даже 1.08. То есть евро будет доллару ослабляться на фоне этого. И вот этот вот рост он будет, ну скажем так, менее энергично протекать по сравнению с рубль-доллар. И последует корректирующий откат. Но опять же, при таких ценах на нефть, тут вероятность того, что будет пробито 80,4%, ну, точнее даже 80-80,4, вот этот диапазон, она достаточно маленькая. То есть цена на нефть ниже 35, евро-рубль наиболее вероятно будет выше 80, даже если по доллару будет движение на 1,066, то есть если евро значительно ослабнет доллару. Вот. Но если ЕЦБ, скажем так, сохранит ставку, то здесь, ну, я думаю, позиция евро к рублю, она останется такая, как есть. То есть будет расти по аналогии с долларом. Вот. Ослабление евро к доллару тогда, я думаю, не произойдет. По крайней мере, такого, как предполагается. То есть, скорее всего, даже ну, оно останется на уровне текущем. Возможно, будет какое-то корректирующее движение вниз небольшое, например, на 1,12 на фоне того, что реализация ожиданий. Но в любом случае, как бы при сохранении текущей ставки ЕЦБ, курс евро к рублю будет расти более энергично, чем доллар к рублю. В том случае, если будет принято решение резать ставку, то, соответственно, более выгодная пара это доллар-рубль. Доллар будет расти быстрее к рублю, нежели евро.